Всем привет, с вами Пальма. Сегодня я продолжу играть в соло против складов. Катка вышла нормальная. И если она вам понравится, то прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Комментарии для продвижения ролика также приветствуются, можете просто что-нибудь написать. И напоследок хочу напомнить, что у меня есть своя телега, где сможете найти мои коды на сенсую раскладку и не только. Если вам будет интересно, то заходите, подписывайтесь. А на этом все, отправляемся на ивент. Желаю всем приятного просмотра. Калашик, найс. Что ты делаешь вообще? Хотел хэш мне выкинуть. Отличные мувы у вас, парни, но с хэшками больше у меня получается играть, нежели у вас. Что? Ну, если он выйдет с ивента, то он не выживет, это явно. Этот ты, конечно, выдал с бизона, но не хватило как будто бы. А где эти типы, которых я закрыл вот на ивенте, которых в килл-чате еще сейчас? Мне просто интересно.
Привет, парни. Мы с вами снова встретились. Рад встрече. Они, если честно, нормально тут всех так прям укладывали. Но опять я хаешку закинул, и опять все заруинил. Я сейчас буду мстить. Он меня пытается СП-90 задать, вы прикиньте. И куда ты делся? Сразу убежал куда-то, блин. На ивенте он всю дорогу лежал. Один... Он 2 кило, наверное, сделал, ребят, за всю игру. Ой, а что такое? А тут, наверное, мачты нету на корабле, где можно полежать, там, убить чела. Мне теперь последнего искать, да, долго надо будет? Ну, я в целом готов. Вот я и нашел тебя. С пулеметом бегал. Опасный какой. Так, что это у нас тут? МК и пулик. И 3Х. Промолчу. Давайте поставим победную эту статую. We are number one. И, конечно же, победный танец. Найс, пойдемте в лобби. Вот мы и в лобби. Вот такая вот катка вышла. Если она вам понравится, то прожимайте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. А на этом все. С вами был Пальма. Желаю вам хорошего настроения и удачного дня. Всем пока-пока. Бам!